Трое раненых в результате атаки в центре Лондона выписаны из госпиталя. Еще двое остаются в больнице. В центре столицы Британии усилены меры безопасности. Теперь на улице британской столицы дополнительно выйдут около 600 вооруженных силовиков. Полиции подчеркивают, что это всего лишь мера предосторожности, и данных о подготовке новых атак нет. И тем не менее, пока стражи порядка не исключают версию о теракте и просят всех сохранять спокойствие и бдительность. К этому уже призывает и мэр Лондона Садик Хан. Вы должны не бояться подойти к полицейским, ведь они здесь, чтобы помочь нам. Они работают очень напряженно, но им тоже нужна наша помощь. Накануне неизвестный устроил резню в центре Лондона. В результате один человек погиб, еще пятеро пострадали. Нападавшим оказался 19-летний темнокожий молодой человек. Полиция ответили, что он, скорее всего, страдает душевным расстройством. Нападение случилось около 11 вечера по местному времени на Рассел-сквер в центральной части Лондона. Вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих. Прибывшие полицейские нашли на месте происшествия 6 пострадавших. Позднее 60-летняя женщина скончалась. Самого преступника задержали на месте инцидента, и сейчас он находится в больнице лондонского следственного изолятора. Сейчас на прямую связь с нами выходит руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов Алексей Лобарев. Здравствуйте, Алексей Юрьевич. Ну вот ситуация, скажем так, не нова. Нападение происходит там, где его меньше всего ждут. В парках, в каких-то темных местах, где сотрудники спецслужб, да и вообще правоохранительных органов, вообще бывают только по вызову, скажем так. Вот я так понимаю, что это случайность, это не запланированная атака. Почему Европа к ним так не готова? Здравствуйте. Ну, очень сложно предугадать такие события, когда человек по состоянию здоровья нападает на граждан. Но все равно граждане должны быть готовы защитить как себя, так и знать меры предосторожности. Ну а как себя защитить, если на тебя кидается человек с ножом? Но ведь если это женщина с ребенком, либо это пенсионер, либо это подростки, они же, в общем-то, не ожидают от 19-летнего подростка, это, кстати, уже какая-то тенденция по Европе, нападать молодым людям, вот так, таких вот действий. Как им быть? Ну, вы знаете, каждая ситуация – особенная ситуация. Но, тем не менее, мы должны помнить о том, что, находясь в городах, особенно вот мы здесь в городе находимся, и редко используем такую возможность, как близлежащие кафе, рестораны, где обязательно находятся сотрудники ЧОПов или дежурные администраторы, мужчины, которые должны прийти на помощь гражданам. Второе – это позвонить обязательно в полицию. Не надо самому проявлять качество Рэмбо, а лучше подождать сотрудников полиции, которые придут и примут какие-то решения. Вы знаете, вы сейчас натолкнули на одну мысль. Все-таки у нас Национальная гвардия создана, которая на сегодня, законодатель ей определил более полномочий применения оружия на площадях, скверах, улицах, в общественных местах и так далее. Поэтому сегодня, наверное, надо подумать и о таких тревожных звонках, не как 911, но а дополнительно именно вот эту структуру, которая призвана защищать наших граждан. Ну, смотрите, это второй случай. До этого та же самая ситуация в Германии была с подростком, который не сдал экзамены и пошел стрелять людей. Здесь, получается, молодой человек тоже с какими-то душевными расстройствами взял нож и пошел резать людей. Вот у меня прежде всего вопрос, почему вот пошла какая-то волна? Есть какая-то тенденция? Либо, ну, я понимаю, что ИГИЛ уже, в общем-то, может сидеть в сторонке и ждать, когда молодые европейцы друг друга будут вырезать. Ну, вы знаете, я как раз буквально несколько месяцев тому назад приехал из Германии, встречался с нашими коллегами полицейскими по линии профсоюза Европейского центра. Знаете, я бы не сказал, что вот такая аномалия пошла. Да, там есть вопросы, связанные с проблемой с беженцами, но они действуют в этом плане. Полицейских вызывают срочно, а мы порой идем на обострение. Здесь надо сразу мужчинам помогать, детям, женщинам, престарелым. И лучше, конечно, уйти, чем самому проявить какие-то меры, которые могут
поранить человека. Но, насколько я знаю, вся цивилизованная Европа, имею в виду старый свет, канонично старый свет, у них очень жесткие законодательства по средствам самообороны. То есть даже банальный нож или что-то еще человек с собой носить просто не может. Он сам уже автоматически становится преступником. Да и ко всему, патрульные, как правило, в Европе, вот насколько мне известно, они безоружны. Это так? Да, да, да. Оружие не все службы. Особого центра реагирования, да, он вооружен. А так полицейские без оружия. Или по вызову они то же самое оружие берут в оружейных комнатах, и а так без оружия, да. Сложно представить такую ситуацию в России. Ну что ж, и не очень хочется ее представлять, если честно. Спасибо, Алексей Юрьевич. На прямой связи со студией был сотрудник спецслужб. Но все же череда терактов в Европе постепенно заставляет британскую полицию отказаться от многолетней традиции безоружных патрульных. До последнего времени Британия была в этом смысле практически уникальной страной. Отсутствие оружия долгое время было главной отличительной особенностью британского Бобби от иностранных коллег. Для густонаселенной развитой страны подобный статус британской полиции был практически уникален. Полицейские Европы, а также США, Канады и Австралии давно носили оружие при себе. Исключение, кроме Великобритании, составляли лишь Ирландия, Новая Зеландия и Норвегия. Но там и плотность населения существенно ниже. Призывы дать полицейским оружие звучали время от времени. Например, в 2012-м, когда вооруженный мужчина расстрелял из автомата двух женщин-патрульных офицеров полиции, Николу Хьюз и Фиону Боун. В настоящее время огнестрельным оружием вооружены лишь сотрудники специальных подразделений, хотя после активизации террористов в Европе их число растет с каждым днем. Это и контртеррористическое управление, управление охраной первых лиц страны, а также управление защитной безопасности, охраняющие здания парламента, аэропорты и центр Лондона. В ближайшее время британская полиция планирует обучить обращению с оружием еще 1500 сотрудников. Дмитрий Маркачев, Лайф. Ну, скажем, это Европа, а как у нас в родной России? Сейчас на прямую связь с Лайфом выходит кандидат психологических наук, доцент, психотерапевт, психолог Рамиль Гарифуллин. Здравствуйте, Рамиль Рамзиевич. Давайте говорить про нашу страну. Все-таки у нас каким-то образом есть возможность, ну, не предсказать, не предугадать. Учет, я знаю, существует, но почему вот такие люди могут позволить себе спокойно выйти и устроить резню? Понятно. Мною еще в 2001 году была разработана концепция российской психологической безопасности. Я там посчитал процент психопатологических личностей в России и насколько они могут обладать вот этой опасностью, национальной безопасностью, источником быть национальной безопасности. Я не говорю об алкоголизме, наркомании, когда чиновники имеют. Я говорю именно о уже таких крайних случаях. Хотя у меня она была очень широко представлена, фанатизм, экстремизм, терроризм, но там еще есть наркомания, алкоголизм там и так далее, и так далее. То есть психопатологические субъекты, их доля очень высокая, и они вносят значительную долю в проблему национальной безопасности, одной из которых является психологическая национальная российская безопасность. Ну вот, насколько я знаю, поправьте меня, если я не прав, у нас нет закона о принудительной госпитализации, нет закона о принудительном лечении. Мы не можем всех людей, которые попадают так или иначе в зону вот этой психологической опасности, каким-то образом от всех остальных граждан оградить. Мы общались с психологом не так давно. Он утверждает, что 15% россиян имеют определенные проблемы, которые могут быть опасны для социума. Вы подтверждаете эти слова? Дело вот в чем. Нет, не совсем подтверждаю. Теоретически вы можете сейчас своего сотрудника, даже с Life News, увести в психушку. Вот вы договоритесь там, будет составлен акт о том, что у вашего сотрудника было там неадекватное поведение. Его увезут, потому что вся редакция подтвердит это. Поэтому увозить, так сказать, психиатром на основании свидетелей, так сказать, неадекватного поведения, это возможно, это работает, принудилка есть, естественно, там и клевета есть, и борьба такая идет между людьми, это часто есть.
это присутствует. Вот, классические такие варианты. А вот в целом, когда вот говорят о 15%, когда неявные такие формы психопатологии, неявные такие неадекватности, когда нет таких, казалось бы, на первый взгляд, люди одевают некую маску нормальности, ходят какое-то время, подыгрывают нормам этого общества, а потом в некоторый момент бац и показывают, что они собой представляют. Этого действительно нет. Поэтому единственное спасение – это профилактика, это тестирование, это знание этой проблемы, определение таких личностей не только, так сказать, психологами, но и обывателями. Психиатрию должны читать все и знать основные, так сказать, вот эти характеристики, по которым можно судить о зоне риска. Но одно дело знать, а другое дело знать, где у человека тот самый спусковой крючок, на который кто-то или что-то может нажать, и у него выключается, скажем так, голова, и включаются какие-то первобытные инстинкты убивать. На самом-то деле человека действительно, ну да, его можно госпитализировать, но ведь он выйдет обратно, и полицейского к каждому такому человеку не приставишь. Нельзя контролировать каким-то образом всех таких людей для того, чтобы обезопасить остальных. Тем не менее, полицейские обучаются этому. Я проводил курсы повышения квалификации по поводу того, как при общении можно определить вот вероятность психопатологии, то есть некая склонность, некая акцентуация по некоторым вопросам. Этому полицейские обучаются, а не только полицейские видят явные такие, как говорится, отклонения. Но в целом по общению можно определять зону риска с определенной долей вероятности и уже делать определенные действия. Вот. Если это профессионал, который прошел достаточно хорошую подготовку по психопатологической диагностике, не обязательно, я говорю еще, чтобы был психологом, это должны знать сейчас все. Вот. А так в целом, с моей точки зрения, вот что сейчас произошло, конечно же, связано опять-таки с тем, что психопатологические личности, в частности молодые, становятся инструментом в каких-то проектах, неизвестно каких. Вот. Они становятся инструментами. Личность психопатологического субъекта становится инструментами неких проектов по нарушению национальной безопасности. Значит, получается, сотрудники ИГИЛ тоже обладают какими-то знаниями, которыми обладаете вы, и могут воздействовать чуть-чуть пораньше на этих неуравновешенных людей для того, чтобы вовлечь их в исполнение собственных интересов. Похоже, пора ваши методики и ваши инициативы вводить в школе на тестирование для того, чтобы хотя бы знать, с кем мы живем. Спасибо, Рамиль Рамзиевич. На прямой связи со студией был кандидат психологических наук, доцент, психотерапевт, психолог Рамиль Гарифуллин.